А вот чего избежать уже не удалось, так это скачка валют из-за пандемии коронавируса и подешевления нефти. И это привело к тому, что многие жители Иркутской области решили остаться, как говорится, безлошадными и отложили покупку машины. Популярный автомобильный интернет-портал провел опрос, в котором приняли участие около 14 тысяч человек. Исследование показало, что 42% наших земляков пока не рискуют приобрести себе новое транспортное средство. Еще столько же решили не менять свои планы на покупку машины и сделают это в намеренный ими срок. А вот 16% респондентов и вовсе собрались поторопиться и обновить авто до роста цен. Эксперты прогнозируют, что произойдет он не раньше мая, поскольку пока дилеры продают машины, что есть в наличии по старому курсу. Кстати, любопытный факт. В соседнем Красноярском крае ситуация прямо противоположная нашей. Там люди, наоборот, массово скупают транспортные средства. В середине марта спрос на автомобили вырос в 4 раза. Причем как на европейские, так и на японские марки.